Очень трепетно я лично отношусь к людям более старшего возраста, возраста своих родителей. Мы учимся у вас жить, проживать эту жизнь, потому что именно вы ее прожили достойно, красиво, хорошо, уверенно, вместе, я вот по жизни. Такие пары. Я вот 35 лет прожила уже, да, со своим мужем. А вот 56, 60 там лет и более, я даже не знаю, я пока только еще об этом мечтаю, да? Дочернее вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы являетесь примером нам. Действительно, крепкие семьи – это очень важно. 93-летняя Наталья Зубко была младшей дочерью в семье, в которой было 8 детей. Из образования всего 2 класса, и то не полные. Главным учителем в ее школе жизни стал труд, которому она посвятила 50 лет своей биографии. Сегодня Наталья Ильинична может похвастаться настоящим богатством. Это 3 сыновей, 2 внуков и 3 правнуков. На вопрос ведущей мероприятия советника главы города-курорта по информационному содействию Любови Евсеевой о секрете долгожительства Наталья Зубко с юмором ответила. Господь, наверное, не хочет меня туда взять. А чего туда стремитесь, торопитесь? Нет, теперь же надо же внучку замуж. Иван Свиридович и Елена Ивановна Вислогузовы вместе уже 65 лет. Но для него супруга всегда остается молодой и красивой девчушкой. Они привыкли быть вместе и в горе, и в радости, и на пенсии не скучают. При любой возможности отправляются трудиться на дачу. Почти столько же лет идут вместе по жизни Петр Сергеевич и Зинаида Никитишна Долженко, семья которых может похвастаться сразу 3 поколениями медицинских работников. Золотой юбилей совместной жизни отметили в этом году еще одни герои праздника – семья Александра Сергеевича и Тамары Ивановны Литвиновых, которые привыкли все делить пополам. Взаимопонимание, верность, поддержка и любовь – краеугольные камни их семейного союза. Всем семейным парам вручили поздравительные адреса от имени губернатора Кубани Александра Ткачева, в которых особо отмечено. Все пары пронесли через годы любовь и уважение друг к другу, а это самые главные кирпичики семейного очага. Поздравили в этот день анапчанку Галину Афанасьевну Готфрид, отметившую 1 октября день рождения. Цветы и подарок от главы курорта Сергея Сергеева стали приятной деталью праздника. После торжественной части герои этой доброй, проникновенной и очень теплой встречи не спешили расходиться. Они поближе познакомились друг с другом, пообщались, шутили, рассказывали истории жизни, и создавалось ощущение, над этими замечательными людьми не властен возраст. Ведь каждый из них по-прежнему молод и прекрасен душой.